Всем здорово! Меня зовут Максим. Сегодня... Сегодня у нас обзор пластиков от Evans. Последний обзор был 6 лет назад, и вот наконец-то мы добрались до нового обзора. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Опаньки! 16-й пластик для напольного тома и 12-й пластик для подвесного, двуслойные с прослоечкой посередине, красненькие, красивенькие. В общем, такая тема, пацаны, девчонки, если кто-то смотрит из девчонок это видео. На ютубе полно обзоров пластиков этих, но нет обзора в сравнении. Я подумал, нужно сделать обзор в сравнении, чтобы слышать, как изменилось звучание ударной установки. Автомобиль проехал, класс. В общем, какой прикол. Установка у нас Yamaha Stage Custom Standard Made in Indonesia. Писаться мы будем на звуковуху Focusrite 18i20. По-моему, второе поколение. Набор микрофонов AKG Drum Station 1. И на рабочем у нас SM57. Но, в принципе, это не важно. Нам важно, как звучат томы. Остальное как бы второстепенно. Сейчас я продемонстрирую звучание в целом установки томов до настройки. То есть не надо, до смены пластиков. Ты еще назови, какие пластики. Кстати, да, пластики стоят конченые. Я потом вставлю с телефона, отдельно сниму, какие были пластики до, чтобы было понятно. В общем, все будет понятно. Давайте уже начнем потихоньку. В целом, вот так звучит вся эта история. Давайте мы все-таки тестируем пластики на томы, поэтому нужно по отдельности послушать, как звучат томы. Для начала подвесной. Теперь напольный. Это все, конечно, с учетом той настройки, в которой они сейчас настроены. И также на обоих пластиках присутствуют вот такие вот демпферы силиконовые с Алиэкспресса, которые глушат обертоны. Такие дела. Сейчас будем менять пластики. И потом будем слушать, как уже будет звучать установка по-новому. Итак, установка пластиков завершена. Сейчас я чуть-чуть их поднастрою, и мы послушаем, как уже будет все звучать, ну, с новыми пластиками. Итак, я поменял пласты, поднастроил их чутка,
Давайте сейчас послушаем, как они звучат без демпферов. И, кстати, такой нюанс беспонтовый. Я когда их тестил до смены, я забыл пружину у малого ослабить. Не хочешь повесить микрофон на них? Куда? Микрофон на них, не хочешь повесить? Блядь. Кстати, за кадром Василий, басист группы Free Street. Вот так. Так, давайте заценим сначала поодиночке. Кайфово, по-моему, кайфово. Я довольный, прям пиздец. Ну, вам, конечно, виднее. В комментариях напишите, если что, как было лучше, до или после. Давайте сейчас послушаем в миксе все это дело. Как-то так. А что еще добавить? Собственно, все. Все остальные нюансы я вставлю с телефона. А может даже не с телефона. Все, всем спасибо за просмотр. Собственно, вот пластики, которые стояли до. Они стояли на установке, когда я ее приобрел. На напольном стоял Рема. Уже как бы сложно определить, какой конкретно Рема. И Тама, ну, судя по тому, что это Тама, это... А установка Yamaha. Сейчас бы еще фокус поймать. Вот. Это какой-то заводской пластик с установки. Я не знаю, откуда его взял чувак, который продал мне его, эту установку. Видимо, у него была еще установка Тама. Ну, а вот мой пластик на... рабочим тоже Evans Level 360, голубенький, двуслойный гидравлик. Кстати, давайте-ка я вам еще покажу параметры этих пластиков, которые указаны. Вот еще, да, сейчас поезд едет. Ну, в общем, то, что указал производитель, стиле рок, госпел. Ну, наша группа фристиле как раз госпел практически. Нормально. Амен. Ну и на 12-м, ну, то же самое, по сути. Правда, здесь прям очень много всякой интересной информации. Но она не по-русски, поэтому мы не знаем, о чем она. Как тебе перевести? Ну, как здесь. Хочешь. Ну, в общем, все. Вот теперь точно все. Всем счастливо.